Группа НЛМК – сталелитейная компания номер один в России. Следующая высота – стать мировым чемпионом отрасли. Важный этап на пути к этой цели – стратегия развития компании до 2022 года. В инвестиционной программе стратегии почти 2000 проектов. За 5 лет 30 из них потребуют почти 100 миллиардов рублей. Как вывести процесс строительства, реконструкции, модернизации на качественно новый уровень? Изучив лучшие мировые практики, НЛМК остановилась на внедрении технологии информационного моделирования сооружений – BIM-технологий. Это процесс создания, изменения и последующего использования виртуальной копии или цифрового двойника объекта. BIM-проектирование – не просто многомерная визуализация. Технология объединяет классическую информацию, такую как чертежи и 3D-модели, систему поиска ошибок, 4D и 5D-модели, которые включают календарный график и расчет смет. Это помогает не только заранее обнаружить и предотвратить ошибки проектной документации, но и рассчитать стоимость трудовых и материальных затрат, оптимизировать расходы, сократить сроки. С 2018 года все крупнейшие проекты Новолипецкого комбината выполняются с применением BIM. Технология информационного моделирования доказывает свою эффективность. В мае 2019 года на масштабную реконструкцию остановят доменную печь номер 6, вторую по объему производства на Липецкой площадке. Еще на этапе проектирования реконструкции центрального узла печи удалось выявить и заранее устранить более 3000 проектных ошибок, которые могли задержать строительство на 20 дней. Эффект от предотвращения возможных потерь оценивается в 750 миллионов рублей. На другом проекте реконструкции конвертера номер 2 BIM-технологии позволили выбрать оптимальную технологию работ и в итоге сократить срок остановки на реконструкцию на 15 суток. Результат – экономия 2,5 миллиардов рублей. Когда завершатся эти проекты, цифровые двойники агрегатов продолжат жить параллельно со своими прототипами. На них будут отрабатывать технологии обслуживания, ремонтов, оптимизации режимов эксплуатации. Развитие принципов индустрии 4.0 на НЛМК обеспечит компании хорошую скорость на пути к лидерству.